первая серия паст это будет вот серия кислород. В данном случае всем привет, с вами Ольга. В этом видео я хочу вам рассказать про пасты. Что это? Колтун. Как она воняет. Это просто жесть. Фу. Вы даже не представляете, как она воняет. Такая гора, что я не могу... Ну, в общем, у меня просто нету места. И фитокислород, альпийские травы. Он был какой-то пушок. Фу. Фу, что-то потекло у меня тут. Плотный. Сейчас я попробую, может, что выйдет. То есть надо немного воды еще подливать, чтобы легче. Фиолетовый камень. Мама, я в группу ВКонтакте. Поделиться этим видео и подписаться на мой канал. Начну я с косметики для дома в очередной раз по выгодной. Это у меня тут сковорода. Калифорнийский миндаль, он был и тогда, когда я заказывала много лет назад Фаберлик. Дальше. Африканское какао. Ой, Фаберлик говорю. Умывание антиакне из серии Эксперт. Поскольку у меня она грязная, я ее не буду показывать. Следующим моим фаворитом и открытием стал вот такой вот крем CC CC. Мезотерапия. Я теперь наношу по совету Наташи сначала мезотерапию. Взять себе всю серию пусточками маленькими. Большие никуда не деваются. Если вот такие вот у вас волоски сосудистые на ногах, ну я имею в виду волоски по размеру, там что сеточка вот это где-то там 3 миллилитра. Также, если сосудистая сеточка, ну, где-то примерно 3... Ну, что хочу сказать, по... Что хочу сказать? Чайных положить, то уже намного-намного вкуснее. Пока это были все новинки 10-го каталога.